тут пикник церкви Spring of Life Church. И традиционно мы с братом едем здесь жарить шашлык, участвуем в приготовлении шашлыка. Место красивое, хорошее. С работы на работу. Успели натянуть одну сетку. Thank you.
About the event. Oh, this is an amazing time. Yeah, we enjoy it. Yeah. Thank you for having us. Yeah, it's awesome. Good food, great people. Yeah. Yeah. Enjoy everything. It so everything much. Is amazing. Yeah. Mm-hmm. Good. Десять слов, да? Каждому. Слава Богу, вот вышли мы это церковь выехали провести время, пообщаться. Побыть вместе. Бог послал нам сегодня хорошую погоду. Слава Богу. Был и дождик, и вот сейчас нормального дождика нет. Слава Богу за все. Да, слава Богу, что Тима. Мы здесь находимся. Ага. За хорошую погоду. Все классно. Все, спасибо. И еще за жену скажи. Она не захотела говорить на камеру. Давно. Хорошо, а теперь смотрим, у меня есть такая, и идет крестить. Значит, слушаем сюда, никто не трогает сейчас ничего. Слушаем сюда, когда крестится. Смотрите, я сейчас высыпаю отсюда одну. Вы все стоите на местах, не подходите. Просто пока наблюдаем. И облизываемся. Да, готовы? Да. Сейчас распустите. Да. Так, значит, пока стоите, задачу объясняю. Скушать все я. Ой, подождите. Сейчас. Ой, они не... Ой, это же не настоящие. Слушайте. Я покупал, думаю... Ну ладно уж, значит, слушай внимательно. Сейчас у нас две команды. А почему здесь больше, а там меньше людей еще, да? Когда... Да, хорошо, мне там придется играть. Значит так, слушаем сюда. У вас есть 2 минуты. За 2 минуты. У вас есть столько шариков вкусных, классных, разноцветных. И у той команды точно так. Ваша задача. Ни в коем случае... We're on camera. It's Arthur's dad. Come here. Come here. Good morning. We're doing a podcast. How about the event? Welcome. This is we're the outsiders. We don't American. We don't belong here. We don't. But we do in God's eyes. Ну-ка их сфотографируй. Ой, what? Ладно, надо. Ещё один красавчик есть. Иди сюда. Красавчик, проходи. Всех красавчиков собрали. Всех красавчиков собрали. Скромный. О, все. Нас запишет.
Без меня, Виталий! Я в шоке! Язык до Киева доведет! Итак, Евгений, ты мне... А смотрите, как камера дисциплинирует. По-моему, потеряли. 9-9. Давай. А вы теряли? Вытеряли. Красиво. София, приятно познакомиться с тобой. А что же? Так, каждый по 10 слов. Привет всем. Насчет Господа праздника. Мы сейчас тут... My family. Мы сейчас... Пикник такой. У нас тут church outing. Да. Сейчас за детьми сидим. Ага, молодцы. Баскетбол. Там волейбол там есть, там у детей. Да. Воистину воскрес. Значит, ты из той команды, которая проиграла в волейбол, так? Нет, мы все выиграли. Мы выиграли. Ага. А вот там, который сидит. 10 слов. Она по-английски. А. Few words about the event. A few words about this retreat. Outing. It's so good. I love the people. Yeah, Jesus is good. Amen. Your turn. Oh, my turn. Volleyball is fun. Мы все просто тут наслаждаемся. Ой, что не могу сказать. Дети, погода, ну, нормально, тепло. Классно очень. Yeah.
Мячики подают. Тренер детской баскетбольной команды. Смотрящий за детьми. Ну да, предпочиваем на природе. Если слово насчет мероприятия. Дуже гарно. Дуже. Дуже. Да, поставим. 10 слов насчет мероприятия. Ну, слава богу, что погода держится, ни дождик не накрывает, так что молились. Детвора не мокнет, так что слава богу. Последний раунд. Ты контролируешь рыцарский турнир? Yes, да, вроде этого, да. Не сдается. Ну, да. Он еще не упал, но нормально. Давай, четыре. Вот, не так все там, где. Grab the other one. No! Oh! Yes! Oh. I think you're going to get it. That's right. Hey. No, I'm feeling it. I see.
парень. Это стирать надо. Пальцы ломать не будешь в этом году? He's getting me water. He's right. David, he's right there. Давай еще. 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 Просто потихоньку. Давайте, пошли. Пальцами еще. Просто она не может так быстро спускать. Видишь, мы спустили. Стой, ребят, дайте нам пожалуйста. Аж меня отстаём, мы тебя спускаемся. Хватит больше. Вот мне же не нравится вообще. Мы отстаём, это совсем другое перспектива. Очень круто.
Преподаватели высокого искусства. Нет, преподаватели здесь, я как бы спрашиваю. Ученик. Способный? Кисточки, это не я, это Цвета. Кисточки на столе, ты можешь походить и посмотреть. Мы по спорту. Да. Я заснял. Только по спорту. Ничего кроме спорта. Только как. Покажи. Вау. Это точно высокое искусство. Теперь комментарий. Тебя дети научили рисовать? Нет, сама. Есть слово от пресвитера об этом мероприятии. Замечательное мероприятие. Очень много людей, служащих, что мне очень нравится. Мне нравится то, что здесь как раз раскрываются все дары, которые Бог дал. И все те люди, которые жертвуют. Если бы такие мероприятия больше было, то, возможно, было бы больше служащих людей. А церковь и служение – это одно целое, единое. Именно поэтому мне очень нравится. Спасибо. 10 слов об этом мероприятии. Только 10 слов. Все красиво, хорошо. Спасибо. Своя воля есть. 10 слов об этом мероприятии. Как вы говорите? 10 слов об этом мероприятии. 10? Да. Все прекрасно. Увиделся с людьми, которых долго и не видел, которые ходят на такое время собрание. Все было вкусно, особенно шашлык. Вообще у меня замечательный один родственник приготовил. Спасибо ему большое, его семье. А так, 10 слов об этом мероприятии. Мероприятие очень хорошее, слава Богу. И духовно, и для плоти. Очень доволен. Благодарю за все. Я Владимир. Слава Богу. Валя, скажи, что не болит. Скажи еще пару слов. Я благодарю Господа за его благословение. Я все благодарю, потому что он есть наш царь. А мы его дети. Аллилуйя. Аминь. Аминь. 10 слов об этом мероприятии. Мне нравится, что это общество. Мне нравится. Я рад, столько есть людей, чтобы каждый служил Господу. Вот так же, как общался. Много дел. Мне хочется видеть, что люди делают. Да, вот. Каждый ходит, я вижу, каждый, кто там, кто-то приехал в 5 утра, там 6 утра, начал делать. Слава Богу. Кто-то уедет сегодня в 8 вечера. Слава Богу. Но кто-то
пришел, побыл. Слава Богу, может отдохнул, но хотел, чтобы включился так же самое просто. Да слава Богу. Аминь. 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 А потом у него много? Толик. Нет. 10 слов насчет мероприятия. Мероприятие. Ты, как всегда, жаришь мясо, режешь арбузы. Я по правде сказал, не видел ни мероприятия, никакой там фуд был. Меня только поставили на арбузы. И вот меня дочери подошли и спрашивают, папа, ты видел сегодня небо? Я говорю, нет, не видел, вроде бы солнышко. Говорит, да нет, не солнышко, дождь идет. Ну вот так, поставили на этот проект меня, и вот я делаю до конца. Уже все по дому расходятся, а я все делаю. Какая жертвенность. Спасибо, все хорошо было. Хорошее мероприятие, все было очень благословенно. Весь актив церкви устроил все отлично. Пресвитера молодцы, все, духовную часть, обед, еда, в общем, все прошло супер просто. Не-не, спасибо. Внимательно. 10 слов об этом мероприятии. Очень хорошее мероприятие, мне понравилось. Давно не был, не общался, короче, можно сказать, весь день прошел в общении. Аминь. С друзьями, вот, с близкими. Многих знаю здесь. Приятно было. И очень вкусно кормят. Да. Все наелись. Все слова от тебя. Об этом мероприятии. Замечательное мероприятие. Все, давайте не снимайте меня. И потом не показывайте. Пожалуйста. Так. Смачно. Плов смачный зробили. Чай смачний. Кому смачний. А як решта? І гарно співали хлопці. Все добре. Десять слов об этом мероприятии. Чудесное мероприятие. Почаще бы таких мероприятий. Сколько раз в год? Ну, не знаю, может быть. На рассмотрение руководства, да? Было бы хорошо, да. Мне кажется, это очень хорошее мероприятие, когда люди общаются друг с другом, не только в церкви, но просто так. Такой обстановкой. Все прекрасно, очень рады побыть, помочь. Была солидная встреча. Вот. Очень рады. Хороший был сегодня праздник, все были довольны и сытые. Так что, слава Богу за погоду, мне нравится. Ваня, 10 слов насчет мероприятия. Слава Богу, очень хорошее время было, благословенное общение, служение, как бы сказать, трудишься. Это супа Тоскана, как я понимаю. Да, все очень вкусно, всем понравилось, все очень довольны. Хотите, мы вам домой дадим? Таня, 10 слов. 10 слов? Да. А что, чтобы было все вкусно, все довольны, все сыты. Вчерашний день у них такой был удачный, сегодня очень хороший день, да. Очень, как говорится, насыщенный. Я думаю, до завтра люди будут сыты, дома уже кушать не будут. Это была цель, преследовали эту цель, чтобы люди поели сегодня, отдыхали и ничего не делали. Ну что, мои хорошие, ну вот такое у нас сегодня было мероприятие, в котором вся церковь участвовала. Одна часть готовила, другая часть поддерживала нас эмоционально, кушая. И мы очень благодарны Господу. Погода была со всеми переменами, но народ был доволен. Никто не разошелся. Слава Богу за это общение. Аминь. Слово от пресвитера. 10 слов. Благословен Господь и Отец наш. Аминь. Бог всемогущий, который дал нам возможность вот это все видеть, участвовать и наслаждаться. Аминь. Мне очень понравилось. Очень классно общение среди братьев и сестер. Очень было все замечательно, вкусно. Много песен, общения. И, слава Богу, не было дождя. Какое-то время, какое-то было, но Бог отвечает на наши молитвы. И все-таки сейчас нету дождя, слава Богу. Аминь.
Руфина, 15 слов об этом мероприятии. Я просто счастлива. Я очень люблю нашу церковь. Все было прекрасно. И все прекрасные. И просто нет слов. А благоверный согласен с твоими словами? Надеюсь. Конечно. Слава Богу, мы порадовались. У них единение. Единым духом. Слава Господу, благодарим, брат, и тебя, и всех, которые потрудились в этом самом. Владимир Данилович и просветиров за хорошую организацию, за хороший отдых церковный выезд. Слава Господу. Бог погоду послал, хорошую, отличную погоду. Не жарко, не холодно, а нормально, как все было благословенно. Да благословит Господь во всем всегда. Оля, что ты думаешь по этому мероприятию? Очень рада, довольна, что есть такая возможность в церкви выезжать, радоваться, наслаждаться, общаться. А ну, черкащане. Ой, маленький. Наследник. Наследница. Она все сказала за нас. Так, что вы думаете по этому мероприятию в этом году? Классно. Каждый год приезжаем и каждый год наслаждаемся. Ага. Ей тоже нравится. Это самый маленький участник этого мероприятия? Да. Аделия. Все, успокоилась. У папы. Ой. Тоня, ты все в суете, скажи 10 слов. 10? Не хочу. Не хочу говорить. Слава Богу, завтра встретимся на служении. Сытые, все довольные. Увидимся. 10 слов. Был благословенный очень вечер, вернее даже день. Переживали за погоду, но Бог благословил нас погодой, все было очень благословенно, все было прекрасно. Люди довольны и было прекрасное общение. Слава Богу. Аминь. Классный день сегодня, классная еда, волейбол, шашлык пожарили, но слава Богу, все нормально, ничего не случилось плохого, так что класс. Да, а это вот 2,5, племянница моя, хорошенькая. Вот. А мероприятие? Мероприятие очень хорошее, погода классная, не так жарко, вот, и не холодно. Еды, конечно, довольно. Много. Понравилось. Амелия! Милана! Why are you picking on the little kids? It's because he wants. Арина! Yes! Арина! Yes! 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 Hello. Добрый день. Добрый вечер. Пейте компот. Будете здоровы. Спасибо. Пасмурный красивый день. Угу. Еще что-то? Я так понимаю, что ты в активе этого мероприятия. Yes, да. Отвечала за напитки? Да. Отвечала и отвечаю. Ага. Сейчас буду сливать. Ага. Хотите поучаствовать? Да, конечно. Попробовать. Не пробовал. Все классно. Пожалуйста. Я не хочу говорить. 10 слов об этом мероприятии. Все было чудесно, потрудили, слава Богу. Погода шикарная, дождь не победил. Слава Богу, все было очень грустно. Данилович, пока свежая сила, здесь следующее. Не-не, вы посадили. Загрузили. Дима, стол. Казан, самый конец. Все, освобождаемся. Thank you.
Казан. Там львов надо заесть. Кому мебель дома? Грузоперевозки. Неожиданно. На тему выезда, да? Очень хорошо. Еще давай. Это не было 10 слов пока. Продолжи, я хочу соображу. Я хоть соберусь. Конечно, хорошо, понятное дело. Просто было бесподобно, и погода была чудо, не испортила. Шашлык был очень вкусный. Так хотела его кушать. Нет, но мы очень рады, что у нас такая церковь, которая вот принимает столько людей, да, и все организует. Это просто вот слава Богу. Аминь. Вот это сам. Все вырежешь. Десять слов о мероприятии. Чем занимался художник? Хочу передать привет Серов. Моей жене Виктории. Которая славно трудится и потрудилась. Лучший повар здесь, да, помощник. Аминь. Да, помощница замечательная, да. Ну и церковь хорошая тоже, как бы. Слава Богу. Братья отзывчивые на шашлык. Там Витя есть, Петя такие, брата два. Все безотказные. Так что, это чтобы ты камеру быстрее выключил просто. Вот, да. Вася молодец. И я не только. Да. А Тоня вообще? А Тоня вообще молодец. Тоня, я сейчас могу даже помыть. А еще есть. Вот это церковь посвященных. Посвященные люди. Вот я их духовно поддерживаю. Счет лидеров. Ну что? Да. Вот это шланга боятся. Не бойся. Дядя Володя, он из-под шланга убирает. Вот только так вот действует. Только так. Хоть давай, помой мне. Подождите, помойте шланг, потом собирайте его.
Это я дома помыл, я дома. Да. Сюда. Братья, идите сюда, к нам, ближе. Прошу ваше внимание. Вы знаете, не знаю, как вы, я очень благодарен Господу и за погоду, и за всех нас. Почему? Потому что это мероприятие не могло бы быть, и это мероприятие принесло для церкви, для единения, для славы Божьей большое благословение. Спасибо вам всем, кто участвовал в этом мероприятии, и тем, кто поддерживал наш дух. Аминь. Аминь. Брат Павел теперь продолжает, он молится. Все, я молюсь, да. Давай, спасибо всем большое, на самом деле. Было хорошо, очень дружно. И я думаю, шаурма сегодня была просто... Очередь не заканчивалась там. Фишка уехал, но мы очень рады. Да, я к нему подошел. А мы даже не попробовали. Ой, мои хорошие, в следующий год не пора. Следующий год обязательно. Следующий год Гриша присмотрел вот этот шапку. Что ж мне сказали? И вот там будет шаурма. И сюда вот живем. Да, можно даже раньше собраться. Мы сразу первый очередь ради шаурмы. День шаурмы может быть. Хорошо, спасибо всем. Слава Богу. Шаурма. Будем молиться сейчас. Отец наш Небесный, мы тебе благодарны за то, что ты Бог святой, ты Бог великий, чудный, любящий наш Спаситель. И за то, что ты ведешь нас в небеса. Мы тебе за это благодарны, за то, что здесь на земле ты нас не оставляешь. С нами благодарны тебе за церковь, за нашу церковь благодарны. За взаимоотношения, за заботу, за любовь, за вот это вот единство, которое есть. Благодарен тебе за братьев, сестер, за их жертвенность, за активный такой усердный труд. Я тебе благодарен за всех, кто потрудился так хорошо. Благослови обильно, воздай, Господь. Хотим сказать просто благодарность тебе за день прожитый. То, что все живы-здоровы, всех хранил, со всеми было хорошо. За погоду тебе благодарны. И за то, что всего было в достатке и даже больше. Благодарим тебя, прославляем тебя, Бога нашего. Аминь. Аминь. Видео снимают. Улыбаемся, все улыбаемся!